Вот. Оп. Видишь, впереди. Вот, по подъему, смотри, посешь. А, он там сверху? Ну да. Красавцы. Он сверху кормит вообще. А наверх не делает? Нет. Красавец. Молодец. Бросит. Зарубил? Кидал? Да, еще один. Он кидал фишку. Они ставали. Ставали? Да. О, тут понял, сейчас спустится еще один. Кай, да, потому что если вы же да? Ну, хотя бы, в принципе, если сможет. Тобто, реабилитация. Врачат. Ух ты, вони ще злі. Ну, вони ще й б'ють прям. Ні, ні. Дуже класний. Сестра Мідо. О, такой рыжий. Медведя, наверное, думает, киньте себя лучше. Нет, мурашки пробежали. Мы с Алинкой уже замучены, кушать хотим. Но нам еще тулить на озеро Синевир. Наверх туда. 2 километра. Но мы как ленивые поедем на автобусе. Туда, а обратно? Обратно пешком. Маленькая. Красиво. Можно вокруг полазить. Да. Фотку надо сделать. Я так и думала. Флаг Украины. О, плод. Пойдем сейчас на плод. А, метком плоту? Да. Хочешь сейчас пойдем? А кто там корует? Давай со мной. Там могила этого Ира. Мне кажется, сзади острова там намного прикольнее, там, где он какой-то памятник. Он, блин, телефон словил, уже начинает. Уже все ломятся. Срочно всем нужен. Срочно всем одновременно. Непонятно. А вода офигенно чистая. Офигенно чистая вода в этом озере. Рысь-то потрясающий. Пошли туда назад сходим? Идем вокруг, обойдем. Да, вот так вокруг. А подожди, а мы там пройдем, там мостик какой-то. Где мост? Вон там, кажись. Пошли. Посмотрим. Шо-шо? Ну просто вообще. А то. Ну вообще. Не получилось. Как у нас вода? Да, вода чистая. Вон гребет плод. Идем, будем ждать его или как? Там какая-то могила. Поплывем туда на остров? Ну поплывем, наверное, интересно же. Ну, видно рыбу. Видно, да. Но камеры нет, и так видно. Ну, если за собака за главный пассажир. Такса. Такса. Я надеюсь, Даша не пойдет. Да, что-то. Тут недалеко хоть. Ну, так, относительно.
плод тонет. Да. Holy shit! Что-то тут беда какая-то. А, нормально. Иди в середину. Анчоусы. Что мне спасательный круг не мешает двери. Нормальный спасательный круг. А, это их собачка. Что ты боишься? На руля. Что ты боишься? Не знаю. Это серединка. Плывем на платуре и смазал, что сейчас дождь начнется. И это беда. Где? Вон он. Ну, это собака такая. Ты их собака. Ты там бы как бы выкидала. Ну, все уникальное. А собаку что, как штурмана дрессировали? Ника прикольная. Ника. 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 Это командир. Классно. Штурман. Ника. Ох, у тебя рукой, да? Штурман. Ты какая, да? Куда ты? Собака огонь. Все проверяем. Че нам? Ну, что как? Все, все норм? Штурман следит в порядке. Плот не тонет, не? Оп-оп-оп. Рыбы нет. А? Что надо ей хлеб? И мясо надо подавать. Уринай. Наша Галя Богована. Так, тут надо загадывать планету, да? Вот, вот. Куда мне туда стрелять? Куда мне стрелять? Туда надо заходить, ага. И туда стрелять. Загадывать желание и кидать мне. А что потом видно? Шурнем. А у нас есть? Что потом? Русалки. Тут никто не застанет. Русалки, блин. Не, думаю, а у меня нет для монетки, острова там только чуть. Только золотая была. Ну, у меня есть монетки, да. Там тоже монеты, да. Мы почти приплыли огонь. О, смотри, там птичка какая-то. Флора и фауна. Зачем это было? Зачем это было? Так будет его большая собака. Это бы видео было, это нормально. Якорь сбросили. А так обычный человек. Оп. Монетки доставай. Сейчас. Ёлка. Так а что, говорили, что здесь где-то это могила Вира? Типа. Ну, спроси у мальчика. Вот это она и есть, да? Могила Вера. Вот это вот все. Вот это да, мы топчемся по ней. А то памятник. Сейчас монетку достану. Давай две монетки тебе и мне. Давай загадывай. Загадала? Да. И я загадал. Посерединке стоит? А? Посерединке будем стоять? Да, где станем, так и станем. Очень быстро все. Ваня, угомонила. Мгновенно. Чем же все, еще и зонтика на самом деле. Ну зато успели. Ты специально так хотел? Да. Гребем под дождем. Короче, он расистка у вас. Вот это пандос. Все баночка меда сейчас тут этого зеленого. Баночка меда, мы сейчас не успеем. Может его позвать? Под зонтом. Воу-воу-воу. Все, мы ползаем. Спасибо. Мы ползаем. Как-то я не знаю. С моей рукой.
только без плота, вонючего. Сделала Линке предложение, и она согласилась. Да, это обязательно два влог. Ну, конечно, потому что мои подписчики знают. Да, прям все? Прям все. Откуда? Со стрима все знали, нафига я еду в Синий Вир. Все знали, нафига я еду в Синий Вир. Что ты говорил? Да. Красивенько так сказал, все. Речь готовил. Не, речь я, ну, готовил, но я сказал вообще не то, что я думал, я разволновался. Возвращаемся в Колыбу покушать. Мы идем голодные с Алинкой. Мы нифига не понимаем, что происходит. Алинка заплаканная, вся задумчивая. Это такое приятное событие, которое хочется, чтобы запомнилось. Вообще-то все к этому и шло. Вот, и в общем мы в шоке, но мы довольны. Да, два года шло. Но мы сейчас. В Киеве будем сделаем себе чайчик? Да. А? Да. Там на квартире. Ну как красиво. Очень можно красиво. Так сфоткать меня, типа, на дорожке. Да-да-да, я так и думал. Там, да? Угу. Нормально? Конечно, нормально. Красиво, просто вид эти горы. Вид вообще потрясающе. Мы просто уже такие голодные, мы уже как-то туго воспринимаем всю эту красоту. Да, мы привыкли. А? Это утка? Ух ты ж, в натуре. Это лебеди. Лебеди? Лебеди. Или утки, не знаю. Короче, какие-то птицы. Они там как комочки. Ну я без платья. И в твоих носках. Ну и что? Кстати. Мне не нравится. Да. Что я в красавцах это выгляну? Черничное вино из Карпат. Давай выпьем за нас, чтобы все было хорошо. Это же горько. Очень вкусно. Надо принять его вкус. Оно было самое вкусное.